Друзья, Андрюха снова идет по следам звероящуров. За мной Апокия. Историческое место. Здесь 250 миллионов лет в Пермском периоде бегали еще звероящуры. Посмотрите, какая красота, природа. 70 километров от Великого Устюга. Давайте наслаждаться. Апоки – это особо охраняемая природная территория областного значения. Крутые берега Суханы достигают высоту 60 и более метров. Откуда взялось название Апоки? Потому что составляющие берега Суханы известняки, известковистые мергели и глины называют Апокой. А деревня, рядом с которой находится эта красота, называется Порог. И не случайно. Около деревни есть порог протяженностью 1,5 километра, который считается самым опасным на Сухане. Смотрите, ребята, солнце всходит! В деревне Порог есть небольшая база отдыха, где можно кинуть якорь. А здесь узниками ГУЛАГа в 40-х годах был построен шлюз, потому что река Пороговая, проходить кораблям сложно было. Вот. Но шлюз этот простоял недолго. В 47 году паводком его смыло, и его больше не восстанавливали. Но Андрюха снова занят своим любимым делом. Ведь он у реки. Рыбалка – это святое. Апоки, река Сухана. Андрюха, первый раз в жизни купаться в этой речке. Август месяц, но купаться еще можно, лето балует нас. Кстати, знаете, я тут услышал версию, почему Сухана называется так. Потому что река летом часто высыхала, и когда плыли там корабелы там, или на лодках, садились на мель, такие, сухо, на! Речка чистая, каменистая, в нашей местности протекает, и кудесницы, люди добрые, эту речку величают. Если в чем-то сомневаешься, или в чем-то ты печалишься, ты к реке подойди, все ей расскажи. А по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит вдаль далекую к морю белому, путь ее беспокойный лежит. А пока-пока по камушкам, а пока-пока по камушкам, по круглым камушкам река бежит. По круглым камушкам река бежит. Ребята, смотрите, радуга! Она здесь в любой солнечный день. Так, здесь написано. Скважина пробурена в 41 году во время инженерно-геологических изысканий. Глубина 192,4 метра. Для питьевых целей не рекомендуется. Смотрите, ребята, беседочки стоят. Туда вас на лодочке привезут. Можно шашлычки поделать, компании. Уютно, классно. Супер. А это, интересно, троица, панда
бурый и белый медведь. Ребята, первый раз купаюсь в артезианской водичке. Поехали! Такие же красивые берега есть около города Котлас Архангельской области, где наш ученый Амалицкий нашел кладбище звероящеров пермского периода. Ссылка на ролик вверху экрана.